провалишься в текстуре. О май гад, такой вопросик. Я перезагружусь. Не знаю, каким образом, но как-то буду перезагружаться. Как вычислить читера здесь на поле? О, читеры. Читеры есть, на самом деле, здесь есть пару таких хороших игроков. Вот, и надеюсь, нет, все-таки они все честные. Вроде своим скиллом показывают, что они умеют играть в футбол реальный тоже. Если бы ты тут вводил читер на поле, то какие читы бы ты ввел? Не знаю, там тайм-финишинг, потому что у меня с ударами тут вообще не получается ничего. По окончании этой игры какие скиллы надо будет прокачать? Ой, выносливость, это точно. Что делать, если ты стоишь на воротах и внезапно понимаешь, что застрял в текстурах? Ну, не знаю. Пытаться двигаться, мне кажется, не поможет. Как ты думаешь, если бы вселенная была параллельной, то в альтернативной реальности можно было бы играть на одних воротах в руке? Да, думаю, да. А сейчас такие товарищи есть, которые играют в основном вокруг ворот? Да, есть. Что с ними надо делать? Ну, не знаю, очень сложная ситуация. Пытаться побороть.